10 населенных пунктов, более 12,5 тысяч жителей. Козинский сельский совет – один из крупнейших в районе. Он вплотную приближен к Мозырю. Здесь границы между городом и деревней наиболее размыты. Агрогородок Козинки неформально считается частью Мозыря, впрочем, как и Наровчизна. В булавках, бобренятах, дроздах, на веках нагорных – коттеджные поселки, которые пользуются популярностью среди тех, кто городской суете предпочитает деревенскую неспешность. Участники нынешнего дня сельского совета, традиционного выездного семинара-совещания, в рамках одного дня стараются охватить максимум объектов разной направленности. Посещение фельдшерско-акушерских пунктов – обязательная программа, ведь это медицинская помощь шаговой доступности, а еще диспансеризация населения и профилактика вредных привычек. Местные фельдшеры и давление измерят, и укол необходимый сделают, и проведут беседы о вреде пьянства. Здравоохранение, культура, конечно, образование. Бобринятский ясли-сад небольшой и по-домашнему уютный. Здесь дети не только сельчан. Некоторые горожане тоже выбирают именно это дошкольное учреждение. Что касается торговли, то в целом в районе функционирует сеть магазинов, где местные жители могут приобрести товары первой необходимости. Крупногабаритные вещи можно заказать предварительно. В рамках проведения Дней сельского совета участники мероприятия подробно знакомятся с инфраструктурой, проверяют состояние дорог и частных подворий. В год Малой Родины особое внимание наведению порядка на земле. Впрочем, этот вопрос всегда в приоритете. В этом году у нас уже вот пятый проводится такой семинар, День сельского совета, Козинского в частности. Вот, и я хочу сказать, что вот эта практика дает очень положительные результаты, и с каждым годом наши сельские населенные пункты прибавляют. Проводя очередной раз, хочу сказать, такие мероприятия, мы не только наводим порядок в сельских населенных пунктах, да, но и прививаем любовь и взрослым, и детям к малой своей родине, к нашему Мозырю, Мозырскому району. И видя, что субъекты хозяйства не участвуют, да, и сельский совет участвует в благоустройстве населенных пунктов, поэтому и население наше более активно стало участвовать в благоустройстве своих дворовых территорий и где-то оказывать содействие в работе и сельского совета. Участники нынешнего Дня сельского совета также побывали на площадке в Козинках, где строится храм в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Возведение церкви ведется поэтапно, по мере поступления финансов. В этом году у храма появился уникальный купол, единственный в районе. Многое еще предстоит сделать, но здесь надеются, что с Божьей помощью и помощью мирян церковь откроется уже следующей зимой. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».